И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Dark and Light. И, собственно, сегодня мы продолжим путешествие в город. Факел до сих пор горит, я немного поафкашил. И, кстати, неплохо так, что до сих пор горит. Есть что закинуть там? Нет, что закинуть там? Ну ладно, пускай себе горит. Кстати, нужно починить. Починить нечем. Для починки нужно вот это вот... пепел. Ляха-муха. Вот что-то до этого я-то и не додумался, что нужен пепел был. Я пока фкашил бы в костер закинул. Ну ладно. Придется еще немного поафкашить. Сейчас закинем на пережарку дерева. Вот, и уже тогда за нем. Хотя, может, мне это и не пригодится, но в целом нормально будет. Такс. Деревце. Зажечь огонь. И все нормально. Кстати, вот это выкинуть. А вот это можно закинуть. Пускай жарится. Почему бы нет? Так. Ну, все и замечательно. Кстати, давайте глянем, там костры же стоят. Может, в этих очагах что есть? Нет. В этом пустом. И в этом. О, в этом есть, даже дерево есть. Прикольно. Кстати, вот это вот дерево я и закинул в факел. Вот. Пускай жарится. Здорово. Ну ладно, поафкашим чуть-чуть. Пока там все жарится, парится, я решил посмотреть, как выглядит плащ. Это просто бомбезно. Если бы не такая маленькая защита, точнее, если бы я не нашел бы шлем на 50 брони, я бы этот плащ однозначно бы надел. Это такой кайф, это такая бомбезность, просто супер. Брони, конечно, стало меньше, magic proof, то есть защиты больше магической. Но, блин, он кайфовый. Он кайфовый, он прикольный, мне понравился. Офигенно. Супер. Не, реально прикольная штука. Если бы не вот этот вот хороший шлем на голову, я бы его, конечно, бы надел. Но, видите, броньки, как говорится, побольше. Это все-таки приоритетнее. Вот, ну а я тут потихонечку, полигонечку все пытаюсь состряпать и починить. Вот, а, кстати, да, я сделал еще карту. Я сделал вернуться в город. Вот, кстати, давайте-ка восстановим в памяти... где я нахожусь. Так, нахожусь здесь, город у нас здесь. Где я сейчас нахожусь, город, где там вот... так вот лучше сделаем. Вот здесь вот, получается, город эльфов идет. Да, я нехило так забрался. Вот она, та гора, тот пик, который я видел. Здесь мы обрулили. Да, и вот здесь, получается, вот прям на моем месте стоят две вот эти статуи. Ну да, они, получается, смотрят прям на город, чтобы прям ты в городе уже видел эти горы большие. Да, ну, кстати, задумка неплохая, в целом неплохо придумана. Я одобряю, можно так сказать. Вот. Ну, а пока тут все жарится, парится, варится, я решил все-таки вот это вот все сделать. Посмотреть шапку. Прикольная, очень прикольная, мне понравилось. О, все. Здесь все готово. Так, можно будет починить, когда у меня будет хватать. Да ладно, я шарты все потратил. Вот ж, ёптель-моптель, а. Я реально все шарты потратил. Вот я лошара. Ну, придется еще и пока что шарты добывать. Где? Вот он. Ну, будем шарты добывать. Почему бы нет? Так, только надо с деревьев добывать их, да. Они же в деревьях находятся. Офигеть, что я увидел, смотрите. Огромнейшее дерево. Просто огромнейшее дерево. И, кстати, я бы к нему бы прямо вырулил. И я думаю, где-то в том районе город гномов. По крайней мере, город гномов, наверное, вот в этой скале находится. И он, типа, направляется сюда. Кстати, карта не сильно большая, и я думаю... как говорили, то, что 40 тысяч на 40 тысяч, это будет, когда она вся откроется. Пока что нам открыли на Early Access только маленький островочек.
Потом будет, я думаю, больше карта. Ну, офигеть, какое дерево! Эх, не моя бы задумка для арка, которую я уже придумал воплотить. Я бы, наверное, туда бы загонял в следующем походе. Это было бы обязательно. Да, ну ладно. Дотуда сгоняем в следующий раз. А я тут шарда пока что добываю. Вот, дошел до угла и только смотрю. Ёп, твою ж налево, надо показать. Реально, надо показать. И вряд ли кто сюда задумается добраться в ближайшее время и вот это вот все дело увидит, эту красоту. Да, красиво. Ну, у меня небо отключено, так что такие вот дела. Кстати, разницы практически никакой нету, но я это все дело сделал для того, чтобы ночью было светло, как днем. О, кстати, ну-ка, с металлической рудой сколько будет шардов? Не, больше, по большей части руда добывается. Я думаю, шардов будет дофигища. Нет, нифига, не так уж и много. Сколько, 45? Ну, хоть что-то. Теперь все это дело чиним. Чиним. А, ну да, у меня это уголь закончился. Ну, что могу сказать, в целом неплохо. Вот за все время, что я вот бегал, да, вот столько всего расходовалось соломы. А прикиньте, насколько дерева будет хватать. Это, конечно, да. В целом все неплохо. И я думаю, этот факелочек здесь будет долго и счастливо светить. Так, а мне нужно вот это починить. Вот это чините, да, мне нужно. Что такое? У меня там подмышка что-то опять шкребет, мешается. Так. Я думаю, выкинуть. Это все равно все у меня уже. Ах, твои ж налево. Не вовремя на варп переключился. Вот, кстати, без записи с FPS в игре дофигище. Ну как дофигище? Двадцатка. Это вполне себе уже неплохо. Вот. Даже не 20, а в некоторых местах даже 23. Потому что горы не застроены, ничего, все замечательно. Вот, ну, в целом я могу сказать лишь одно. Игра лично для моего комплектующего железа, она очень дерьмовая. То есть, не для моего компа. По факту должно хватать. Точнее, по сути должно хватать, но по факту все полное же. Вот такие вот дела. Так, ладно, все это перекидываем, чтобы было удобно и подряд. Так, здесь у нас вот так идет. Это уголек. Это вот сюда. Вот так, я не знаю, зачем кости были, я решил сделать из них. Вот это можно выкинуть. Че мне стак-то по факту? Ну, этого достаточно будет. Вот и все. Так, ну давай шмотку-то все-таки куда-нибудь наверх закину. Нет. О, все. Замечательно. Отсортировали немножечко инвентарь, и на том хорошо стало. Что дальше? Так, поспали же, да, уже, так что замечательно. О, водичка заканчивается. Надо спускаться к воде. Ну, погнали. Погнали уже путешествовать дальше. О, прикольно. Два в одном. И медная, и металлическая руда одновременно. Погнали дальше путешествовать. Я очень рассчитывал на то, что в этой серии я уже доберусь до города. И хотя бы увижу хоть что-нибудь. Но, конечно, статуи это сверх того, что я мог ожидать. Я думаю, ну город города, но статуи это да, а тут еще и дерево, в этой серии еще и дерево увидели. Так что вообще суперски. Сил нету. Силы покинули меня. Фу, говорил, аж горло пересохло. Слава богу, вода есть. Хотя за снятие вот этих трех выпусков, а по факту за полтора часа, на патче полтора литра выдал. Ну, литр уже точно. Реально, при записи, при вот этой болтовне очень много жидкости потребляешь. И желательно чисто воды потреблять, чтобы не было нагрузки на
голосовые связки и так далее. Ну, по крайней мере, разгружался. Так, там валяется метеорит зеленый, значит, там где-то смерть бегает. И я очкую с этого грифона. Но мне не туда надо, пошел в жопу. Да, прогрузка мира пошла. Может сделать прогрузку мира еще поменьше, если это возможно. Ось полегче станет. Мне она такая прогрузка по сути не нужна. О-о-о. А в этой вариации плюс 3 FPS. Здорово. Неплохо уже. Мне это устраивает. Да и в целом во время путешествия на дальние расстояния лучше делать прогрузку поменьше. Ну, если все-таки комп слабенький. Либо как я записываю эти видосы, и у вас комп средненький. Потому что оп-оп-оп-оп-оп, и пошла жара. Все-таки реально, я не понимаю почему. Я смотрел у других людей, конфигурация даже при более или менее похожей конфигурации, все нормально. Ну, по крайней мере, нет такого фигни, что на максималках и на минималках одинаково FPS идет. И это глупо. А у меня такая фигня. Ну да и ладно, зато арк показывает на 60 FPS. Практически на максималках. На максималках он показывает 30-ку. Но там блики, тени и все в таком духе убираешь, и вот на 40. Но я убрал там графику так, чтобы у меня все-таки показывал 60 FPS, так как мне это намного удобнее. И знаете, после Dark and Light играть в... Это что такое? А, просто текстура. В арк с 60 FPS, после Dark and Light в 10 FPS. Это такой кайф. И что-то мне подсказывает, что я мог в эту гору не бежать, а просто пройтись по той тропинке и вылезти сюда же. И вообще, я понять не могу, куда я иду. И тогда зачем эти вот, эта вот гора в виде двух воинов? Ничего понять не могу. Погоди, или где эта гора? Ну, вон они, эти горы. Или это не они? Так, ну-ка, стоять. Погнали дальше. Да давай уже, святая, быстрее. Эх, придется все-таки заюзать. Оу, ёп, твою ж налево. Опаньки. Просто голыми руками не взять, и тем более голыми зубами. Когда у меня есть магический посох и молния. Да. Вот, кстати, вот из-за таких возгласов у меня чаще всего голос и просаживается. Ну, у меня не тренированный голос, чтобы я мог такие возгласы делать. Возгласы зверства. И так далее. То есть, ну, реально у меня это, голос не настолько тренированный. Ну, кстати, если чаще тренировать, то даже чаще возглашать так вот, то все нормально. Воды я набрать смогу здесь? Служи, воды набрать смогу? Нет, я пошел в жопу, в арке могу. Блин. Да ладно, это волк! Это волк, твою мать! Даже жалко становится. Уф. А вот с вас-то, наверное, шерсть должна быть. Ты, твою мать, твою мать, твою мать, пошел в жопу. Сраные 5 FPS! Ну ладно, 8. Ну, кстати, не так уж много дамажит в этой броне. Это супер. С таким количеством здоровья! Фу, я могу выжить. Даже при таких сраных лагах. О, да. Да твою мать, да пошел ты в жопу! Да пошел ты в срандель!
же мне пришел, блин! Это я пришел с миром! Ну почти! А, это труп! 76-й левел! Да пошел ты в жопу, 76-й левел! Надо поменьше прыгать, короче, ну все в жопу. Я больше прыгаю, меньше получаю. Отдача. Мне кажется, как будто... Да, я сюда что-то скинул все-таки. Я правильно, мне правильно показалось, я сюда что-то скинул, блин. А, черт, зараза. Да не это мне надо. Вообще-то с волков должна быть шерсть. Волчья шерсть. Да. По бороде, а не шерсть. Угу, размечтался. Шерсть, да, буду с волков. А с белого? Подожди, это не белый. Но все равно, с тебя есть что? Это вообще-то печально, если что. А что у меня вода заканчивается? Мне надо где-то воду найти. Я слишком был активен в последнее время. Так, пьем водичку, жрем еду и бежим к воде. Ту-ту. Я не знаю, это. Ту-ту это было так, для слишка. Для этого, для словца. Халупы. Слушайте, а что, рядом с городом, что ли? О, вода. Супер. Я думал, здесь просто, а здесь... Мелководье! Во, вспомнил. Включить, бляха-муха. Ну, включить... Ага, понятно, это тот, чей был пилар там. Включить волка. Дурдом. Погоди, короче, погнали в горы. Хотя чё в горы? Погнали, сейчас найдем. Сраные гоблины. Я с вас тоже очкую постоянно. Это что был за звук? Мне этот звук явно не нравится. Или подожди, или здесь не было гоблинов? А то, а что был за звук? Что-то типа того. Ну а потом, да, это вообще было что-то с чем-то. Ладно, погнали на воду, там более ровная поверхность. Ну, ближе к воде. Там включим карту. Посмотрим. Посмотрим, что да как. Так, давай, Грифон, вали уже отсюда. Давай, до свидания. Ёп, ты еще и дождь начался. Вот ты, короче, прям вообще тут в тему включился. Так. Картус открывакус. Давай. О, погнали. Ага, мне все-таки надо... Получается, да, все-таки в ту сторону куда-то идти мне нужно. Да, я куда-то пойду сейчас. Ну да, по факту, если бы я пошел бы по берегу, отсюда и пошел бы по берегу, я пришел бы сюда, а я, получается, пошел по горам. Ну, не сильно большого кругаля я сделал. Да уж. Но более спокойный проход был. Да, мне сейчас, получается, все правильно. Туда мне надо идти, в эти горы. И там уже искать город. Да ёпта. По нормальному склону пройтись не могу. Или погоди, или просто можно кругаля сделать вокруг горы и в итоге вылезти на город. Блин, я не знаю.
Подогоди, вот на тропинка еще одна. Ого, я по той пришел. А эта тропинка веду. Ясненько, вот там еще чьи-то постройки. Вот, вот эта тропинка меня точно в город приведет. Я прям даже больше, чем уверен в этом. Ну, так как всех НПЦ поубивали, я могу спокойно по городу пройтись, так что без лишних заморочек. Даже, как вариант, при имея наличие деньги, я смогу еще и купить там такой же маленький жилье и сложить там весь шмот, чтобы он вообще никому не достался. Вот, поэтому такие вот дела. Ну, у меня есть варп до дома, варп в город. Да ёпта, по прямой поверхности уже спотыкается. Такие вот дела. Ну ладно, погнали. Вон они, чуваки. Вот они, чуваки. Все правильно, я говорил же, в горах они. И они смотрят 100% на город. Да, то самое чувство, когда ты был прав. Да, здорово. Здорово. Да, замечательно. Восстановилась энергия. Я думаю, что я встал-то, стою, жду, блин, я понять не могу. Вспомнил я, что энергию хотел восстановить. Остановился, чтобы энергию восстановить. Здорово, но я хочу все-таки посмотреть на них издалека по-нормальному. Опаньки, ноги я переломал, нет, повезло. Хотя здесь где-то метеорит падал. Фу! Кайфово, да? Вот это кайфово. То самое чувство, когда ты добился того, что хотел. Так, ну-ка. Стоять. Так, вот смотрим на них. Наоборот. Смотрим от них. Да ёпта. Смотрим от них. Во! И как вам селфи? Да ладно, шучу я. Но я думаю, это говно я поставлю на заставку. Даже вот так вот лучше. И как-то вот так вот. Да, самый лучший вариант это вот так вот сделать. Потому что мне вот эта менюшка сбоку уже бесит. Кстати, ну-ка, может, как-то можно ее убрать. Не, сейчас пошарился. Единственное, только что нашел, это как отдалить камеру. Как бы. Ну, по факту, да, я знал, как ее отдалить. Но это единственное, что я нашел, хоть что-то, хоть как-то. Но, кстати, так намного красивее выглядит и статуи как-то поближе. Да. Ну, как эту фигню убрать, я так и не нашел. Ну, да, и бог с ней. Ну, вот они статуи, я думаю, они смотрят прямо на город, так что город где-то в том районе. Погнали туда. Посох в руки и вперед. Я очень надеюсь, что я здесь выживу. И я просто-напросто где-нибудь не сольюсь прям в 3 метрах от заданной цели. Это будет очень обидно. Поэтому вперед. Ну, волки меня не убили. Гиены меня тоже не убили. Так что я надеюсь, что и местные животные тоже меня не убьют. Тем более, должны быть не агрессоры. Да, вот они, кролики пошли не агрессоры. Кабанчики, кролики. Это означает, я уже близко к городу. Только энергия закончилась, конечно. Ну да, это фигня. Так. Пожрать, попить. Забыть. Вперед. Погнали. Так, давай-ка я добавлю себе веса. Да, я правильно кнопку нажал. Я просто подумал, на пламя похоже. Да. Что прошло не так? Давай по низу пройдемся. Так, ну-ка, давай-ка еще раз карту запустим, посмотрим. Ой, ёпта, выешь налево. Это не то. Да ёптель, моптель. Ну, воды в итоге еще раз попил, отлично. Да, он вон там должен быть город. Так что погнали. Да, фиговая здесь карта, если честно, учитывая, что она здесь стоит. Была бы она, то есть не стоила бы вообще бы ничего, было бы здорово. Вот они уже, огромные постройки пошли вблизи домов, точнее, вблизи городов, все по дефолту. Вот,
Да, так же бы открывалась, но она бы нифига бы не стоила. Стоила бы только бы ману. Это было бы намного круче. Но крафтить, учитывая, что это карта... Вот реально, ну, или бы скилл, это просто был бы скилл, который стоил бы ману. Вот это да, то есть он у тебя не сразу появляется, ты его также до него доходишь, так сказать, допираешь до него, что да, ты можешь открывать карту, но он бы стоил ману, а не ресурсы, которые нужно еще, извините, скрафтить. Алло, а почему ты не... А че он не бьет? Не понял. Ну-ка, погоди-ка, спрячь посох, достань посох. Отлично. Оп. Есть чё? Нет чё, я видать. Ещё не попадались глупые путники. Ну, погнали дальше. Я очень рассчитывал на то, что я всё-таки дойду до города сегодня. В смысле, в этой серии. Да ладно, кабанчик согрелся. Оп! Тихо. Не вовремя сломался. Ух ты, ёпта! А что ты за мной-то залез? Ну, кстати, по 3 дамага всего лишь наносит, так что можно сильно-то и не убегать. А, 4 левел, тем более, конечно. Так, ну вот с тебя-то 6 точно должно быть. Да пошел ты в жопу. Давай топором тогда рубить тебя. На мясо пущу. В натуре. 6 здесь, по-моему, вообще, да легче железо добыть реально, чем шерсть. Или просто кобздец. Железо пошел в горы и добыл. А шерсть это просто какой-то ад. Вроде должно шерсть добываться. Чик-чик-чик. Нет шерсти. Отлично. Ты не добыл шерсти. Ой, безумие. Походу дела, все-таки та была тропинка вела в город. Эй, твою же ж мать. Благо вы не агрессоры, как кабаны в этом плане. Такс. Ой, ёпта, это была не та клавиша. Погоди. Вон он город людей. Опаньки. Ты чё, уж так далеко ушел? А, ну да, вот и статуи. Город эльфов вон в том стороне, в той стороне, а вот он город людей. Ёкарный бабай. А вон и постройки. И это низко. Низкая прогрузка миром. А если я поставлю эпик, что у меня весь мир, что ли, сразу же? Вся карта будет видна. Прогружена. Ну да. Я... правильно сказал. Вся карта будет прогружена. Кошмар. Ну-ка. Красивый кадр. Вот такой вот. Тоже вполне неплохо, да, кадр? Ладно. Дурдом. Дурдом. Ладно, не будем мучить мой компьютер. Ставим средний. И посмотрим, что в итоге из этого выйдет. Ну, сейчас-то ладно, сейчас я уже все это дело прогрузил, пока она отгрузится. Это, конечно, да, это время пройдет. Но, блин, это тут дурдом какой-то. Ой, ёпти, чуть не упал. Ну, ладно, погнали. И, да, как я и говорил, вот он дом, да, и вот эти стоят рыцари. И они смотрят на город людей. Хотя, по факту, они стоят посередине. Ну, ладно, в целом уже неплохо. Уже просто замечательно. Я чувствую, это выпуск будет подлиннее, чем предыдущие, потому что я уж все-таки дошел до города.
и я не буду как-то акцентировать на это внимание в следующем выпуске, а уже закончим в этом выпуске, я думаю. Так что погнали. Пробежимся немножечко без записи. Твою мать! Хотел показать, во, смотрите, сколько много там пантер. Козлина, козлина, козлина. Ну-ка, сколько дамажешь? 113, да нифига, много дамажешь. Еще броню мою косячишь, тварина. Не, ну, с таким ФПС сражаться, это вообще ни о чем. 15, ах ты ж скотина. Не маленький-то левел, походу, делал. 32-й, ну да, не маленький. Пошла жара! На мясо пущу! Уе! И левел ап! Отлично, скотина драная! Драная кошка! Так, срочно юзаем эту фигню. Отлично. Потому что если сейчас второй подойдет ко мне, это будет капс допомни. А вот и мех. Как я их до этого-то не видел. Эх, кошмар. Просто жуть и кошмар какой-то. Так. Хотел спуститься к воде. Передумал уже спускаться к воде. Сразу же. Махом. Такс. Что у меня тут с фокусом? С фокусом все плохо. Вот это что ж я опять это говно заюзал. Спать? Прям посреди дороги, вообще пофигу. 21 левел. Оглушение. Немножечко фокус поднимем. Я что-то поздновато фокус поднял. Давай еще раз. Да уж, дурдом какой-то. Да уж. Я вижу трубопровод. Я вижу ту адскую постройку. А это чужой спальник. Но суть в том, что да, я это все вижу. И что-то я не хочу туда идти. Моя миссия идти в город, а трубопровод вот здесь-то. А трубопровод означает, идущий, так сказать, вверх, означает, что там должна быть мегапостройка. Вот, а еще тут это грифоны напали на лонгхорнов, на большерогих. Я одного грифона завалил. Ну, решил помочь. Вот, поэтому, как бы, думаю, нормально. Вот, заодно ачивочку открыл. Про грифона, то есть именно, ну, открыл его как монстру у себя в инвентаре. Кошмар, прогруз какой пошел жесткий. Грифон здесь как аргентавис, как я понял. Ой, здесь люди. Что-то не хочу сюда идти, короче. Я боюсь, что меня просто тут завалят нафиг. Учитывая, что здесь стоят трубопроводы и так далее. Честно, я не хочу сюда даже идти близко. Погнали, короче, обратно. Ну, в жопу пойду через... По лесам, по полям лучше нафиг, чем эти тропинки, дорожки. Ну и в жопу все это дело. Хотя, вроде как, тут дорожка... А, ну да, точно, я же правильно, я сюда и шел. Как я вообще здесь прошел, если я это вообще ничего не видел? Я иду в обратном пути, и я вообще... Как будто все новое для меня. Я вообще здесь ничего не видел. Вообще ничего. Лава. Там как вулкан, что ли? Ёптвою ж налево. Я думаю, оттуда демоны выходят. Короче, ну все в жопу, я пошел обратно. Зря бежал только. И вообще, где могло мне быть хоть что-то знакомое в том месте, если я, оказывается, не туда пошел? Вот это вот это уже то место, где я ходил. Только я пошел в ту сторону, не увидел вот этого вот большого огромного здания. А именно замка. Да уж. Ну, кстати, может быть, увижу постройки кемеровых файловцев. Не знаю, они вроде как где-то здесь что-то начинали строиться. Их зарейдили 100%. Но вот, не знаю, не знаю. А это что у нас тут такое? Твою мать, сраное говно! Пошло все в жопу.
Мостик, 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 это хорошо. О, Интертаун, отлично. Я в городе. Я в городе. Ой. Да вашу мать, вас тут сколько? Они там, походу, дела схлестнулись чутка. Пошли все в зад. Тихо, тихо, тихо. Тру, варенка. Ну вот это, короче, сейчас было вообще вовремя. Да ладно, вот это молот, я понимаю, так молот. Сюда иди. На тебе молотом по башке. Молот Тора. Ой, вот извращенец, штаны с меня снял. О, да. Офигеть. Не, ну вот такой парень, конечно, подставы из пантер я не ожидал. Вот он, где я, получается. Ну-ка, я здесь заспавнить смогу. Да-да-да, вот это вот означает, где я тут помираю. Кстати, вот он, та большая скала. А где это большое дерево? Алтарей, понятное дело, нету. Ну-ка, давай посмотрим. Такс. Вообще, у меня есть шансы где-то поблизости заспавниться, интересно, или нет? Ого! Ну-ка давай посмотрим, попробуем. Если я заспавнюсь у себя в городе, то значит, на этом все. Ну давай, спавнись. Я чувствую, подолго загрузки я спавнюсь в городе у себя, так как все по новой загружается. Эх, печалька. Да, старый добрый город эльфов. Ну, вот такие вот дела, народ. В общем, как вы видите, до города-то я добрался, даже Эндертаун показался. И я умер не от людей, не от игроков, не от стражников, а умер от пантер в лагах в 6 FPS. Поэтому, как я уже говорил, не вижу смысла пока что играть с пол-лодика, пускай игра все-таки подрабатывается. Фух, вот такие вот, народ, дела. Ну ладно, как говорится, как лут пришел, так и ушел. Самое главное, я свою задачу выполнил. Все равно этот лут весь исчезнет, так и так. А, если кому-то он достанется, ну и хорошо. Пусть чай достается. Все. На этом уже точно все. Поэтому всем спасибо за просмотр. Кто вообще все эти выпуски смотрел, комментировал, ставил лайки. Всем вам спасибо. Арк будет следующим. Следующими видео будет по арку. Все. На этом уже точно все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Всем счастливо. И добра. Всем пока.